Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы представляем вашему вниманию сборную Днепропетровска! Если вы ждали эту передачу целую неделю, включайте громче свои телевизоры и смотрите! Смотрите все! КВН! 7 лет на первом курсе КВН! Ни денег, ни работы КВН! А нам все не хватает! Что случилось? Ограбили! 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 Кто? Идем, покажу! Он ограбил! Нет, его! Вот он! Вот он! О, это нехорошо! Осторожно, ребята, он и вас может ограбить! Спокойно, сейчас мы твои деньги заберем! А ну давай его деньги! А куда ты наши деньги заберешь? Куда ты наши деньги заберешь? Виктор Янукович и министр МЧС Украины посетили жителей Закарпаття. А я вас шукаю! Все, що вас, все прорвало! Воно як бахнуло там! Все прорвало! Все затопило! Все мулом змило! Все вода забрала! В мене от такі каченяки росли капустини! От такі! Я їх 5 кілометрів наверх таскав на базар! Все вода змила, тепер вони внизу 10 кілометрів бігати треба. Збігаю, зібрав і 15 кілометрів нагору на базар. Це що, приїхали ці? Як і так? А, оператори приїхали. Благо то, що дерево було, я за нього став. А їх змило, тепер вони там качани знімають. А то і вже коли, мабуть, десь через 3 години, води вже по коліна стало, по коліна, корова стоїть, один ніс і 2 роги стирчать. Як її доїти? Як? А ось як. Надоїв корову в муляку. Виліз, сам у багнюці вона стоїть в глині. А глянь, яка вона, гля-гля-гля-гля. Така багню, о Боже, глянь, слизька якась, Боже. І отак кожне літо. Що робить? Нестор. Нестор Шуфрич. Потім все розкажете. Люди, що у вас трапилось? Водопровод! Извини, що случилось? Отакі от амбали. Амбали? Сумочку з руки сорвали на утёк. Утёк. А там документы, сумки, деньги, ключи от квартиры. Что ж теперь? А куда ж ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Есть телефон. Да, да, да. Я недолго. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж теперь? Да это ж страна, это ж люди такие. Что ж теперь делать? Куда? А 5-кой стрелять, да? 2-кой. Что? А ну отдай сюда! А ну отдай! Фух, дорогая, вот я дома, ровно 6 часов, работа закончилась, а я уже дома, понимаешь? Там еще, конечно, работы на 3 часа Иван Иванович завалил, понимаешь? И он такой, знаешь, ух, вот такой матерый у меня такой. А я сразу домой говорю, нет, у меня дома жена такая, дети хорошие, а ты уже что-то приготовила вкусненькое, я вижу. Такая ты у меня умничка, какая ты молодец, знаешь, ты у меня замечательная. Так, а ну заткнись, скотина. Ты где был? Так, какая работа? 6 часов вечера, где ты лазишь? Где ты был? У меня дети накормлены? У меня дети накормлены? Я? А ты? Ты вообще? Ты? А ты кто? Я твой муж, примерный семьянин, ровно в 6, я пришел с работы домой. К тебе. Нет, это я уже слышала.
А ну сделай вот так вот. Ах ты еще и наклюканный пришел! Новости! Существует легенда, что все проводники после смерти попадают на верхнюю боковую возле туалета. Да-да-да! Виталий Козловский продал душу дьяволу и купил беляш. Да-да-да! Жизнь на Марсе есть, утверждают ученые. Да разве это жизнь? Не соглашаются марсианские пенсионеры. Да-да-да! На аукционе Кристи за 3 миллиона долларов была продана первая гитара Пола Маккартни. Это уже шестая первая гитара Пола Маккартни, проданная в этом году. Ограбили, представь! Так, хватит! Где ты была всю ночь, моя дочь? В клубе. В каком клубе? Мы все больницы уже обзвонили. Мы волновали всю ночь, понимаешь? Мы извелись уже. Мать, всю ночь на таблетках, понимаешь? Вот так вот с нами делал. Что ты? А сейчас на сцене наши планы на вечер. Мальчики, специально для вас новые гламурные поступления в дом украинской моды. Дольче Габбана, Прада, Гуччи, Версачи, Жан-Франко Ферре, на Гагарина 53. Федор Бондарчук, передачи «Кино в деталях». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Кино в деталях». И сегодня у меня в гостях великолепный актер, режиссер. Я не побоюсь этого слова, секс-символ российского кинематографа. Федор Бондарчук. Это я. А у меня в гостях Гоша Куценко. Здравствуй. Привет, Гоша. Здравствуй. Гоша снимался в таких фильмах, как «Антикиллер», «Параграф 78», «Любовь, морковь». Да. Поэтому логично. Гош, сегодня во время всей передачи мы будем с тобой смотреть, да? Да. Отлично, да. Гоша. Мы будем смотреть фильм «Девятая рота». Итак, «Девятая рота» пошла. Не, ну, смотри фильм, внимательно, знаешь, Гош. Я хотел сказать, что я недавно снялся тоже в хорошем фильме. Вот это я, значит, смотри, сыграл, Гош. Главную роль. Вот, главную роль, значит, боевичок такой, с знаешь. С первого вот, дубля снял. Хорошая, смотри. Такая вот картинка. Ребята хорошие подобрались. Великолепно душевные просто. Такие, знаешь. О, вот, смотри, Гош, ребята, это вертушка. Ну, это же вертолет, по-вашему. Фильм «Параграф 78». Стоп, девятая рота. Так вот, параграф 78. Слизан. Тупо слизан с девятой роты. Сейчас я объясню. Смотри, параграф 7, 8, что 9? Девятая рота. Два пистолета, два калаша, девятая рота. Лысый мужик, девятая рота. Гоша, солнце, первый раз в девятой роте. Гоша. Федя, ты мне скажи, вот если у тебя такой классный фильм, гениальный, да, шикарный, классный фильм, да, Гоша, гениальный, «Девятая рота», почему тебе за него не дали «Оскар»? Такой вот вопрос. А у нас, кстати, первый звоночек, алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вам звонит Никита Михалков. Здравствуйте, Ник... Садитесь. Спасибо. Я вот тут снимаю новый фильм про царскую семью. У меня есть интересная вакансия. Интересная вакансия на роль... На роль царевны. Федя! Алло, Федя!
А у нас, к сожалению, срывается звоночек. У нас срывается звоночек. Гоша, супер, молодец, красавчик. Спасибо, 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 спасибо. Гош, ну и в конце мне бы хотелось перефразировать театральную пословицу. Давай, давай. Как говорится, если в начале передачи есть лысина, да, Гош? Да, 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 то в конце она обязательно должна выстрелить. Да. Правильно? Ну. Поэтому мы сейчас с Гошей в конце передачи покажем миниатюру «Шарпей-неудачник». А это, как говорится, Гоша, тоже девятая рота. Смотрите девятую роту. С любовью к вам, сборная Днепропетровска! Точку в споре за выход в четвертьфинал.